Друзья, привет! Сейчас мы с вами сделаем сильную медитацию из цикла медитации мира. Она направлена на трансформацию энергии тревоги и страха во что-то важное и ценное для вас. Эта медитация многократно возвращала ресурсное состояние моим близким, моим друзьям, моим коллегам, и сегодня я хочу ею с вами поделиться. Но прежде чем мы приступим к медитации, я хочу вам напомнить, что мы с командой подготовили для вас их целую серию таких же мощных медитаций, как и эта, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал и следите за выходом новых медитаций каждую неделю. А сейчас я хочу, чтобы вы приняли какую-то очень-очень удобную для себя позу. Лежа, сидя, как вам удобно. Главное, чтобы вашему телу было максимально удобно, максимально комфортно, чтобы вы хорошо его ощущали и получили наслаждение от того, какой вы мягкий, обмякший, расслабленный, насколько ваше тело вам доверяет. Сейчас мы поможем ему расслабиться еще глубже. Для этого давайте расслабим стопы, расслабим голени, расслабим бедра, расслабим промежность, живот, солнечное сплетение. Расслабляем грудную клетку, расслабляем плечи, предплечья, кисти рук. Отслеживаем, насколько расслаблена ваша челюсть нижняя, насколько расслаблен язык. Он чуть-чуть касается основания верхних зубов. Расслабьте свой взгляд. Абсолютно неважно, открыты у вас при этом глаза или закрыты. Иногда бывает удобнее их закрыть. И отслеживаем свое дыхание. Отслеживаем, где у вас вдох, где у вас выдох. Вдох, выдох. Отслеживаем путь воздуха от момента, когда он в вас входит, до момента, когда вы его из себя выпускаете. Найдите в этом свой ритм. Важно, чтобы он был чисто ваш. Без замедления, без ускорения. Ваш глубинный ритм, в котором вам комфортно. Если какая-то мысль случайно появится у вас в голове, спокойно посадите ее на облачко и мягко-мягко выведите
из зоны вашего внимания. Мысли – это нормальная часть медитации. Чем больше раз вы такие мысли проводите, а потом снова вернетесь к своему дыханию, тем качественнее вы тренируете свое внимание. Это очень важно, потому что все, на что мы свое внимание направляем, начинает цвести и множится в нашей жизни. Хорошо. А теперь мы с вами проверим, насколько качественно расслабились мышцы вашего тела и ваши эмоции. На 3 счета. Расслаблены мышцы. Раз. Расслаблены мышцы. 2. И расслаблены мышцы. 3. Хорошо. Теперь то же самое проделываем с эмоциями. Проверяем, насколько они расслаблены, как легкая-легкая ткань, шелковая, тонкая, под ветерочком. Расслабленные эмоции. Раз. Расслабленные эмоции. 2. И расслабленные эмоции. 3. А теперь точно так же на 3 счета мы с вами будем уходить в пространство нашего мозга. Уходим в пространство мозга. Раз. Уходим в пространство мозга. 2. И уходим в пространство мозга. 3. И замечаем, какое оно огромное, это ваше пространство, ваша личная бесконечность, ваша Вселенная, которая всегда с вами. И эта бесконечность целиком умещается в пространстве вашего мозга, и она управляется им точно так же, как и ваше тело. Потому что в любой Вселенной энергия распределена по-разному. Иногда она по ней перемещается. В одних участках Вселенной энергии больше, в других ее чуть меньше. И ваше спокойное, ровное дыхание с каждым вдохом и
с каждым выдохом помогает этой энергии течь по телу вашей Вселенной, течь красиво, течь спокойно, равномерно, как по руслу спокойной полноводной реки. Берега рады встречать эти воды, которые исцеляют, которые дают жизнь и спокойствие. Спокойствие за это равномерное и светлое течение жизни. И вы можете наблюдать, как в ее волнах где-то отражается свет от тех источников, от которых она хочет сама этим светом наполниться, чтобы стать еще более спокойной, еще более мудрой и еще более светлой. Потому что когда мы в потоке, то нужные действия и нужные решения приходят как будто сами по себе. Потому что именно легкость, именно простота тех решений, которые мы принимаем в моменте, показывает, что они по-настоящему мои. И теперь вы можете спокойно и легко потянуться и осознать себя в настоящем моменте в спокойном и ровном светлом потоке своей жизни. Друзья, напишите в комментариях, какие чувства у вас возникли во время этой медитации, потому что я хочу делать наш канал еще более нужным, еще более полезным для вас. До встречи!